номер 27, побил Антоненко Дмитрий, номер 15. За команду Кумин забил Иван Селивоненко, номер 10.
Завершил встречу между командами BeOnline Solutions Cognizant. Со счетом 3-2 победа одержала команда BeOnline Solutions. Поздравляю команду соперников с выходом в главный финал. Нам опять придется бороться с медленной четверкой. Ничего. Стараемся там получать хороший результат. Сегодня не делаю это матч. Сложно сказать. Может быть, везения не хватило. Чуть-чуть моменты были. Слышно, много ударов. Я знаю. Надо ставить удар, как в школе, чтобы мяч летел низом, а не высоко. Чёрная наука была играть от обороны, потому что сопернику нужно было побеждать. Он сделал. Нас устраивало и ничью. Но ничью, конечно, никто не играл. Но так получилось, что соперник забил первый. Нам пришлось отыгрываться. Потом опять. В итоге отыграться не удалось. Мы с ними встречались недавно на турнире вышки КФЛ. Тоже была упорная равная борьба. Мы тогда выиграли 2-1. Так обычно. Команды равные классом. Поэтому сегодня больше не удалось. Я еще раз желаю удачи. Потом уже идем удачи.